В Новосибирской области появится региональный информационный центр для малого и среднего бизнеса. Проект позволит предпринимателям в режиме одного окна решить любые вопросы. Напомню, в регионе есть и другие меры господдержки. Так, высокотехнологичные предприятия могут получить субсидию на закупку оборудования до 10 миллионов рублей. А при внедрении высокотехнологичных разработок в производство компании могут рассчитывать на возмещение затрат до 5 миллионов рублей. Добавлю, что объем государственного фонда для поддержки предпринимателей по решению губернатора в этом году увеличили до 100 миллионов рублей. Сумма займа от 5 до 100 миллионов рублей. Процентная ставка очень такая щадящая, от 1 до 5% годовых. Займы на 5 лет выдаются, и причем есть одно из условий, опять же, льготных. Процентная ставка может снизиться до 2%, если оборудование, которое будет приобретаться в рамках реализации проекта, будет отечественным.